поехали в парк аттракционов. Ну, давай, поехали. Как вы тут оказались? Приехали в такой парк, который передвижной. Он собирается через пару дней и поедет в другой город. Потому что сейчас, в данный момент, мы в Дрездене. Дети хотят покататься, повеселиться. Ooh, ooh, ooh.
устали кататься. Минус 50 евро. Ну что, понравилось? Да. Она на меня сваливала. О, вот она. Конкретная. На ней они что-то испугались. Ну вот такое вот коротенькое видео с субботнего нашего отдыха, чтобы не забывали про нас, все нормально, продолжаем жить и учиться и познавать Германию. Всем спасибо за просмотр, пока-пока, до скорых встреч. Thank you.